Линия лущения рубки шпона предназначена для изготовления лущиного шпона из чураков лиственных и хвойных пород древесины. Оборудование для производства шпона имеет производительность, в зависимости от сортности сырья, поступающего на лущение, около 7 кубических метров /час. Штанки для шпона предназначены для изготовления лущиного шпона длиной 1300-1650 мм, 2600 мм и толщиной от 0,5-3,6 мм. Норма обслуживания линии для шпона – 2 оператора в смену. Лущиный шпон – шпон, вырабатываемый из древесины березы, бука, дуба, ели, ольхи, осины, сосны и других пород. Лущиный шпон используется для изготовления фанеры и других видов слоистой клееной древесины, для фанерования деталей и узлов столярных изделий. Транспортер подачи предназначен для подачи чураков на корочный станок и транспортировки окаренного бревна на лущильное оборудование. Станок для окаривания древесины предназначен для снятия слоя коры с бревен для уменьшения затупления лущильного ножа, а также предохранения зазора между ножом и прижимной линейкой. Комбинированный станок для шпона. Станок предназначен для получения лущиного шпона методом бесцентрового лущения рубки шпона. Вакуумный стопоукладчик. Вакуумный укладчик шпона предназначен для перемещения по подающим ремням и укладки на подъемный стол лущиного шпона. Количество и размеры подстопочных мест согласовывается с заказчиком. If you like this video, please like and share it. And if you want to watch more videos about plywood machines, please subscribe to this YouTube channel, David Plywood Machine.